Грузия присоединена ко всем международным соглашениям, согласно которым права человека намного выше стоят внутренней юриспруденции и внутреннего законодательства. Поэтому, когда Михаил Саакашвили было удостоверено, что он отравлен и его убивают в тюрьме, его права как гражданина намного выше стоят, чем любое суверенное право. Это вопрос юридический. Поэтому абсолютное право имеют и президент Зеленский, да, правительство Ирландии даже обращается с просьбой его перевода. Ирландия, которая очень далеко от Грузии, которая никаких интересов в Грузии не имеет. Правительство Польши требует президент Польши, премьер-министр, допустить врачей и перевести. Премьер Польши открыто заявил, что его самолет готов хоть сегодня вылететь и забрать Михаила Саакашвили. Так что это юридический вопрос, тут полностью все, скажем так, юридически улажено. Что касается политического вопроса. Украина сейчас является гегемоном политики в мире. Поэтому у нее очень большой вес, особенно у президента Зеленского, очень большой вес мировой политики. И если у русской мечты и у их кураторов на Западе хоть немножко мозги есть, они должны понимать, что на просьбу наложения санкций со стороны Украины против вот этих людей, которые сейчас мучают президента и которые помогают России обойти санкции, с большой вероятностью эта просьба будет удовлетворена нашими западными партнерами. Я просто, знаете, вот таким обычным языком сказать, они не до конца понимают, с кем они связались. Они как-то остались еще в прошлом веке. И немножко тяжело им, видимо, переварить, что мировая политика изменилась. Они привыкли играть в футбол. И вот в этом футболе они купили каких-то судей, там купили игроков. И год назад, 24 февраля, эта игра поменялась. Теперь весь мир играет в баскетбол. У них нет ни времени, ни мастерства, ни того, что они вкладывали деньги в футбол. Это теперь не имеет значения. Все, теперь баскетбол. Площадка баскетбольная и правила игры баскетбола. Этого они не понимают. Но некоторые учатся на чужих ошибках, некоторым приходится на своих. Ничего, выучатся на своих.